Друзьям, у нас произошла замена в рулбоксе светильника, так как у нас попросту погорел наш кулер. Вот нам что-то срочно нужно было решать с этим. Нам помог решить эту проблему магазин Light Service. Light Service — это успешная производственная компания, которая специализируется на светодиодном освещении для домашнего, также малого агропромышленного бизнеса. Они являются одни из ведущих производственных компаний, которые на территории Украины изготавливают светодиодное освещение по любым, скажем так, потребностям клиента. Они это делают очень быстро, качественно, потому что там работают самые крутые инженеры, конструкторы, светотехники, электротехники, что им тем самым позволяет выполнять самые сложные, самые капризные проекты, которые только может придумать, скажем так, заказчик, клиент. Они выполняют это очень быстро, очень качественно. И действительно, Light Service — это очень крутой магазин светодиодного освещения. Ссылочка будет внизу под видео. Заходите в магазин. Покупайте, приобретайте самое крутое светодиодное освещение, которое вы только можете найти на нашей территории в Украине. Вот они нам предоставили три такие лампы, очень сделаны, может плохо, сейчас мы посмотрим как со светом. Очень выполнен, очень качественно, очень круто. Тут сине-красный спектр. Мы будем выращивать для них, точнее на них будем мы тестить помидорки, гранат, апельсин, фиалки, перец. Как это все под этим будет расти. Очень крутые лампы, действительно. Они не уступают европейским никаким магазинам или европейским изготовителям. Так что, друзья, Light Service — это очень крутой магазин. Заходите. Приобретайте, покупайте действительно качественные, хорошие, крутые лампы. Все, друзья, всем хорошего урожая.